Привет! На связи Евгения. Новый год совсем скоро, и пришло время рисовать снеговика гуашью. Для работы нам понадобится плотный лист бумаги, палитра, гуашь, кисточки, емкость с водой. Возьмем кисточку и сделаем мазки синего фиолетового цвета по всему листу. Белым цветом растираем наш фон. Нарисуем снеговика. Большой круг, средний и маленький. Напишем детали. Нарисуем красавицу елку и не забудем про брызги. Работа готова.